Друзья, привет! Сегодня пройдемся по проекту Whale Marina, отличный кондор, главная фишка которого – это собственный причал. И, соответственно, выйдя из дома, вы сели в собственную лодку и по каналу вышли в море. Вид просто шикарный. На территории кафе. Ну и самая главная фишка это причал, причем для жильцов эта история бесплатная. Вы можете купить катер, лодку и установить ее прям рядом со своей квартирой. Спальня, второй балкон, шкаф, туалетная комната, вход из спальни и с холла, душевая кабина. Шкафчик для обуви, что, в принципе, актуально. Так, вот такая вторая спальня. Тещина комната, без окошка. Но зато зеркало. Также шкафчик есть. Господи. Достаточно большая кухня. Микроволновая печь, холодильник, шкаф прихожей и, конечно, вид. Но теперь самое главное, друзья, цена 7 900 000 бат. Для клиентов компании Паттайя-Град бесплатное оформление. Полностью налоги берет застройщик. Бесплатный мейтенинс на 1 год. И оплата. Квартплата. Комплекс состоит из 3 зданий. Большое количество квартир. 3 бассейна. Детский бассейн. Ну, конечно же, спортзал. Детки чьи-то. Большой бассейн. Парковка под зданием. Елка к Новому году. Сауна. С 8 до 10 вечера. Практически все квартиры здесь инвестиционные. Аренда только длительная. Поэтому приватность, проживание, комфорт владельцам гарантированы.